письмо. Я один из многих сотен и даже тысяч учеников Гумарбека Жусупбековича Даукеева. Мне скоро исполнится 40. И вот в начале ноября 2014 я впервые плакал, как ребенок, потому что опоздал. Опоздал приехать в город, где прошла моя юность. Опоздал попрощаться с учителем. Опоздал сказать какие-то очень важные слова. Сегодня ушел из жизни Даукеев Гумарбек Жусупбекович. Я думаю, со мной согласится каждый, что это был невероятно достойный, великий человек, без которого наш университет не был бы таким, какой он сейчас. Это просто невосполнимая потеря. Приносим соболезнования всем родным и близким. Всех нас, учеников Гумарбека Жусупбековича, можно легко узнать, где бы мы ни были, в Казахстане или любой другой стране мира, потому что мы смотрим на его жизнь его глазами, стараемся относиться к людям, как он. За президентскую можно? На диплом сразу. Стипендию главы государства дали. А что нам нужно, чтобы ее получить? Лучше всех надо быть. Пытаемся шутить, как он. Любим свою работу, свою профессию, как он. Помню, как ректор говорил: первый человек в институте – это студент. Очень важно мнение студента. Классный был человек. Мой отец однажды сказал мне слова, которые я понял только сейчас. «Сын, писать родителям – это твой долг, а вот написать письмо учителю – это твой экзамен на зрелость». Мынау қойған мақсаттарыңа жете беріңдер. Біздің болашағымыз биыл 10-ші күні зор. Біз оқу ғимаратын салып жатырмыз, спорт ғимаратын салып жатырмыз. Көптеген лаборатория, зертханалары істейік деп жатырмыз. Аудиторияларды, компьютерный класстарды жасайық деп жатырмыз. Қыркүйек айында 23-25 жұлдыздарында мереке той болайын деп жатыр. Осыған жетейік. Я давно хотел написать вам письмо, Гумарбек Жусупбекович, потому что всегда хотел сказать вам, как сильно вы повлияли на мою жизнь, и не только на мою. Вы реально стали примером настоящего человека для всех нас, пацанов и девчонок, которые учились в нашем энергии. Если бы не вы, я бы вылетел из универа еще в далеком 99-м году и не стал бы тем, кем стал, не нашел бы призвания в жизни, не оказался бы в профессии, которой буду верен до самого конца жизни, как вы, не встретил бы на 4-м курсе свою жену и не родился бы наш сын. Человек с большим именем, который воздвиг Алматинский университет энергетики и связи. Благодаря ему наш «Энерго» стал университетом с самым достойным и некоррумпированным образованием. Пожалуй, единственный ректор, который виделся и здоровался со студентами с оптимистической, интеллигентной улыбкой. Первый курс и другие, знайте. Қайырлы болсын, жаны жанатта болсын. Я долго откладывал это письмо, потому что думал, я еще так мало достиг жизни, чтобы чем-то похвалиться перед вами. И вот не успел рассказать вам ничего. Для многих из нас в этой жизни
свет в наши головы и сердца вошел после встречи с вами. Читаю на форуме стихи вашего ученика. Как оценить величие человека? Заглавные буквы, словом или стихом? У скорби нет достойного ответа. Она молчит и создает покой. Примером будет нам не только его честь, но и улыбка, добрый взгляд и слово. Он был для нас своим, не только был, а есть, и будет в нашей жизни жить он снова. Всем больно. Все говорят фактически одно и то же. Мне кажется, ни один ректор универа в мире еще не уходил на такой волне любви и скорби своих студентов, многих поколений студентов. Вы не только открыли нам путь в профессию, вы своим примером показали главное – как быть человеком. Вы и ваша семья – образец настоящих граждан Казахстана, любящих эту землю, отвечающих за свою судьбу, посвятивших свою жизнь этой земле. Нескончаем поток печальных слов. Видимо, не только я, но и все студенты не успели вам сказать всех слов любви и признательности. Вы ушли слишком рано, Гумарбек Жусупекович. Вы не увидели много из того, что заложили в нас, ваших учеников, ваш университет, в нашу большую прекрасную страну. О великом человеке можно говорить много великих слов, но так важны эти простые, тихие слова, которые говорят вам ваши ученики всех поколений и возрастов. Если ректор относится ко всем по-человечески, то университет не может быть плохим. И я не ошибся. Я покупаю проездные, то есть, ну, студенческие проездные. Когда я приезжаю на последнем автобусе, мне говорят, плати за билет, потому что это последний автобус. Еще раз? Не понял. У меня вопрос. Это... Последний он в каком смысле? В этот день? Да, до 10 вечера. То есть ночью? Да. Все, мы этот вопрос выясним. Правильно, отвечайте. У меня, пожалуйста, просьба. Вы с этим вопросом разберитесь. Все. Ну а вот эти слова просто перевернули мою жизнь. Их на одном из десятков интернет-форумов написал ваш одноклассник. Ты знаешь, когда я общался с Генычем, а я знаю, что ваши друзья-одноклассники называли вас именно так, у меня часто возникало ощущение, что он похож на Махатму Ганди. И недавно где-то прочитал, что имя Махатма в переводе с индийского означает «великая душа». И я понял, что про Геныча лучше не скажешь. Все мы, ваши ученики, сколько бы лет не было каждому из нас, теперь должны выдержать еще один, наверное, самый трудный экзамен – жить и работать без учителя. Стать такими же достойными сыновьями своего народа, каким были вы. Ваш ученик.